Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Бабич и хочу сегодня поговорить с вами об очистке номер 9 компании Forever Living Products. Что такое очистка, что в нее входит, для чего она предназначена, от чего помогает избавиться и что побудило лично меня попробовать эту продукцию, об этом я вам сегодня расскажу. Но прежде всего расскажу немножечко о себе. По профессии я парикмахер, работаю уже 11 год. И примерно 10 лет назад у меня начались боли в левом боку. Я заметила, как только я что-то поем не то, жареное, то, что вредное, у меня начались боли. Боли продолжались, дошло вот до того, что я села на строжайшую диету, потому что у меня было очень сильное расстройство. После каждого приема пищи я чувствовала себя дискомфортно. То, обратившись к врачам, мне поставили диагноз острый панкреатит. К сожалению, этот острый панкреатит перешел в хронический. Я была на диете, я сильно похудела, у меня была такая болезненная худоба, но это была не единственная проблема, как оказалось, с моим организмом. Возвращаясь 7 лет назад от своих родителей, в поезде я очень сильно отравилась. У меня был сальмонеллез. И, как говорят, с корабля на бал, только моим кораблем был поезд, балом больница. Меня сразу забрали в больницу, я там пролежала 10 дней. Это серьезное отравление, которое оставляет после себя серьезные последствия. Какие это были последствия у меня? У меня было... То, опять-таки, это диета, ты ничего не можешь есть. Никакие сырые фрукты, никакие овощи, все вареное, пареное, потому что если есть где-то какая-то погрешность в еде, сразу же дискомфорт, вздутие, боли, тяжесть в желудке. И так продолжалось примерно 6 лет. Полтора года назад мои друзья начали пробовать продукт компании Forever. Это самый, это бренд компании. Это чистый фреш, алоэ вера, барбаденсис миллер. Здесь очень полезные питательные вещества для нашего организма. Они посоветовали мне попробовать попить сок. Сразу я, конечно, скажу честно, не сильно я верила в это, но так как боль в желудке, дискомфорт, меня побудили все-таки попробовать этот продукт. Мы начали пить всей семьей, дети, я и муж. Через 2 недели у меня перестал болеть желудок. Я заметила, что я могу добавить в свой рацион ту пищу, которую я не могла вообще есть. И я при этом чувствовала себя хорошо. Я решила попробовать очистку. Так как друзья побудили меня пройти очистку, то есть перезапустить свой организм, по-новому работать. Что делает эта очистка? За первые 3 дня что у нее входит? Сюда входят 3 банки сока. Гарсиния, которая чистит печень и сжигает жиры. Пчелиная пыльца. И, к сожалению, сегодня я вам не покажу, покажу в следующий раз. Протеиновый коктейль. Есть ванильный, есть шоколадный. Витаминизированный. За первые 3 дня мы очищаем наш кишечник от того мусора, который накопился на протяжении долгих наших лет, на протяжении жизнедеятельности. Мы чистим кишечник первые 3 дня. В последующие 3 дня мы чистим нашу лимфу, межклеточное пространство. То есть мы очищаем организм полностью, не только кишечник, но также наше межклеточное пространство. И возникает вопрос, у меня спрашивали, а не поправляюсь ли я от такой витаминизированной продукции? То хочу вам сказать, что за эти 9 дней вы полностью избавляетесь от внутреннего висцерального жира, который тоже накапливается на наших внутренних органах, который вреден и мешает правильно работать нашим внутренним органам. Это сердце, печень, ну и все то, что находится у нас внутри. Во-первых, мы очищаем кишечник, лимфу, мы избавляемся от висцерального жира. Но что лично мне помогло, что я заметила? Я заметила то, что я избавилась от тех последствий, которые сопровождали меня на протяжении 6 лет. Я теперь могу кушать абсолютно все, я не на диете, я поправилась, так как после отравления я вообще ходила ужасно, можно сказать, зеленая.
Теперь я ем все, наслаждаюсь той пищей, которую мы готовим, которая у нас есть, фрукты, овощи я очень люблю есть. Если у вас возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайтесь, пишите, звоните. Постараюсь ответить на любой ваш вопрос. Буду давать последующую информацию. В следующий раз я вам расскажу конкретно о каждой баночке сока, потому что в компании Forever есть 4 направления. Это кишечно-желудочный тракт, мочеполовая система, опорно-двигательный аппарат и также сердечно-сосудистая дисциплина. Буду давать информацию и следите. Всем хорошего дня. С вами была Людмила Бабич. До новых встреч!